Салли Волф. Размякшее печенье. Часть 12. За ясным взором. Никто не знает, каково это — быть плохим человеком, прячась за ясным взором. Мин Юнги неплохой. Мин Юнги нехороший. Мин Юнги царапает эти слова на бумаге. Ручка в руке. Мин Юнги пишет через раз. Мин Юнги это злит, и он силой сжимает пальцы, в итоге переламывая ее пополам. Никто не знает, каково это — быть грустным человеком, прячась за ясным взором. Юнги прокручивает эти слова в голове и закрывает глаза. Он старается не показывать свою боль, и у него это временами прекрасно получается. Изо дня в день становится все труднее сдерживать печаль внутри себя. Не показывать, что плохо и тебе. Парень варится в котле из собственных переживаний, чужих физических и душевных терзаний. Его трясет, то ли от холода, то ли от нервов, то ли от страха, то ли ото всего сразу. Никто не знает, каково это, когда тебя ненавидят, когда тебе суждено говорить только ложь. Мин Юнги ненавидит себя за то, что бессилен, слаб физически и морально. Он врет о том, что в порядке, врет себе, друзьям, семье. Мин Юнги убеждает себя и окружающих в том, что он крепок, способен выстоять и все преодолеть. А на деле Мин Юнги — 17-летний мальчишка, который только и делает, что напоминает себе дышать. Ему кажется, что если он хотя бы на секунду забудет о том, что нужно работать легкими, он больше не вспомнит. Как это вообще делать? У Мин Юнги есть мечты, и ему за них стыдно, потому что у Соли они тоже есть. Мечты Мин Юнги не пусты, в отличие от его совести. Он стремится исполнить свою и ненавидит себя за это, потому что Соль свою исполнить не может. Его совесть нечиста. Он больше накручивает, но людям свойственно преувеличивать. Он делал плохое, не очень хорошее, а еще он поступал правильно. Все эти поступки или чередовались, или вытекали один из другого. Он делал многое. За одни поступки стыдно, за другие берет гордость. Людям свойственно преувеличивать, делать драму из ничего или считать мелкую неудачу за конец света. Тогда, когда ты в таком возрасте, что все воспринимается в штыки. Когда ты стоишь на пороге взрослой жизни, тебе свойственно бояться. Тогда, когда на твоих глазах человек, которого ты любишь всей душой и сердцем, потихоньку тает, бояться можно. Тогда, когда ты дышишь молодостью, и перед тобой открыт весь мир, а часть тебя медленно умирает, тебе нужно бояться. Необходимо найти в себе силы, чтобы продолжать жить. Чимин наблюдает за Юнги, что сидит возле окна и ломает ручку, разбрасывая кусочки по подоконнику. Лист бумаги пропитан чернилами и кофе из автомата. Он не подходит к блондину, наблюдает издалека. Стоит за углом и выглядывает в коридор, где на неудобном стуле сидит Юнги. На этаже больницы пусто. Изредка появляются медсестры и шаркают ногами по пропитанному хлоркой полу. День близится к вечеру. Пакет, что полон конфет в ярко-розовых и голубых упаковках, подрагивает в руке Чимина. Сделать шаг вперед не решается, хотя уже сделал столько, добравшись сюда. На короткое СМС «можно я приду» получил в ответ не менее лаконичное «лучше не надо». Все равно пришел.
Почти у цели, только руку протяни. Так и сделает. Тянется к светлой макушке и гладит невесомо. Фаланга указательного пальца толще головы Юнги. 2 раза. Издалека весь Юнги не больше пальца. Чимин успокаивает сгорбившегося на стуле блондина с расстояния 10 метров. Ближе нельзя. Хочется ближе. Чимин отступит на этот раз. Кто бы что ни говорил, а выбор всегда за тобой. Страдать втихаря или делить боль с другими. Первые находят упоение в одиночестве, переваривают боль в себе и самостоятельно тушат пожар. Да, такие бывают. Такие предпочитают закрываться в комнате и просто страдать в одиночестве. Им так легче. Легче, когда родные не видят их боль. Легче, когда сами находят все ответы. Просто легче одним. Легче не показывать ничего. Не нужно винить таких людей в том, что они эгоистичны. Это не эгоизм, а самозащита. Когда такие люди говорят: «Не подходи, мне нужно побыть одному», лучше их послушать. Дать им время. Им так проще. Отталкивать от себя, чтобы не делиться болью. Не ненавидьте таких людей. Если они не показывают, что переживают так же, как это делают остальные, то это не означает, что они черствы, не эмоциональны, хладнокровны. Просто знайте, что внутри них бушует ураган. Хоть и всем своим видом они выдают это за штиль. Они собственники боли, не делятся ею, считают по праву только своей. Такие люди не хотят обрекать на страдания близких, хотя в то же время могут делить чужую боль, забирая ее часть себе. Такие люди вполне способны вобрать в себя много страданий, впитать их как губка и подавить. Не сразу, постепенно. Шаг за шагом, рана за раной. Они залечивают себя сами, накладывают нелепые корявые швы, но исцеляются. Ходят с израненной душой, которая держится только на честном слове. Но ходят же. Некоторые отыскивают лекарства, другие – плацебо. Одним удается излечиться до конца, а другие просто гаснут. Но отчасти счастливыми. Ведь их боль осталась при них и больше никого не коснулась. Чимин не может отнести Юнги к какой-то конкретной категории. Сейчас он понимает, что его лучше оставить наедине с собой, но на время. Чимин не даст Юнги погрязнуть в этом омуте. Вытащит. Обещает себе, что не даст утонуть. Понуро плетется к лифту, огибая мальчика на инвалидной коляске. Оборачивается и смотрит ему вслед. Шапка на голове смотрится неуклюже. Ждет, пока приедет лифт, и наблюдает за тем, как тонкие ручки ребенка напрягаются и проворачивают огромные колеса. Гадает, какая чаша весов, жизни или смерти, наклонена ниже. Трясет головой, отгоняет дурацкую мысль. Оборачивается на сигнал о прибытии, пугается, когда створки распахиваются, и навстречу шагает Хасок. Молча смотрят друг на друга. На обычно устрашающей жизнерадостном лице Хоупа сейчас маска усталости и отчаяния. Смотрит на пакет в руке Чимина и вопросительно хмурит брови. «Передашь?» – протягивает Хасоку и заходит в лифт, добавляя. «Не говори, что я здесь был, пожалуйста». Нажимает на кнопку первого этажа и смотрит в пол, боясь снова взглянуть на Хоупа. Уверен, что вопросов у Хасока немерено, но отвечать на них нет никакого желания. Забивается в угол лифта и прикрывает веки. Горячим лбом льнет холодной стенки и вздыхает. Тело и сердце просится назад, но голова твердит: лучше не надо. Отступит, но только на этот раз. Первый и последний. Выходит в светлый просторный холл больницы и зарывается подбородком в воротник свитера. Руки в карманах бомбера силой сжимают ключи и телефон. Косится на часы над стойкой регистрации и думает,
что неплохо бы успеть к ужину, чтобы матери не пришлось есть в одиночестве. У нее, в отличие от Чимина, еще не получилось завести друзей. Чимину вообще кажется, что в таком возрасте друга найти сложнее. Не уверен, прав ли. Надеется, что ошибается. Раньше его немного раздражали девчачьи посиделки в гостиной их прежнего дома. Все время было шумно, многолюдно. Все время были какие-то светские сплетни или обсуждения новых коллекций именитых дизайнеров. А вот сейчас ему таких маминых сборищ даже не хватает. Тогда она много улыбалась. Выходит на парковку и пинает какой-то так не кстати удачно лежащий на пути камушек. Слышит шуршание позади и оборачивается как раз в тот момент, когда на плечо падает чужая рука. Теряется на секунду, а затем лицо озаряется теплой и грустной улыбкой. Смотрит, как Юнги тяжело дышит и как губы у него сердито поджаты. Кепка чуть съехала на бок, волосы ежиком торчат во все стороны. Тянется рукой и поправляет выбившиеся пряди, случайно касаясь виска. Видит, как руку накрывает ладонь Юнги и прижимает к щеке. Видит, как блондин прикрывает глаза и тяжело вздыхает, подходя ближе. Улыбается шире и шагает навстречу, обвивая другой рукой шею и прижимая к себе, чуть приподнимаясь на носочках. Чувствует, как чужие руки кольцом за спиной сходятся и сжимают сильно. Гладит по спине и вздрагивает от горячего дыхания на ключице, что пробивается через толстую ткань свитера. «Я же просил не приходить!» Едва слышно шепчет и сильнее к себе Чимина прижимает. «Я знаю. Ну, когда я тебя слушал?» Отвечает и мажет ладонью по мощным лопаткам Юнги. «Придурок! А чего за мной побежал тогда, раз видеть не хотел?» Чимин язвит и отстраняется. Не дают. Плотнее прижимают и бурчат. «Иди в задницу!» Хмыкает и подталкивает блондина к скамье неподалеку. Нехотя отпускает Чимина, но в глаза не смотрит. Усаживается на влажный после недавнего дождя металл. Неприятно, но это сейчас совсем не важно. Юнги упирается локтями в колени и сверлит глазами асфальт. Чимин же сверлит глазами профиль блондина. Воздух пропитан свежестью и прохладой. Стаскивает бомбер и накидывает на мощные плечи Юнги, потому что его тонкая рубашка доверия не внушает. Вздрагивает от неожиданности и косится сначала на ветровку, явно не его размера, а потом и на самого Чимина. Прыскает смехом и хочет стащить с плеч, чтобы вернуть. Останавливают. «Простудишься. У меня свитер, мне тепло». Смеется снова. Но на этот раз бомбер просто на плечах поправляет. Догадывается, что спорить бесполезно, что Чимин не отступит. Натягивает рукава свитера на кисти и зажимает их меж коленей. Подбородком вновь ворот зарывается и чуть наклоняет голову, всматриваясь в лицо Юнги. «Как она?» Спрашивает и губы закусывает, видя, как меняется лицо блондина. Тучи вновь сгущаются, предвещая скорый дождь, ливень, а, возможно, что и ураган. «Мама как?» В ответ лишь голову ниже опускает и смыкает пальцы в замок на затылке. Вдали вовсю разыгралась зорница. Тихой поступью она движется к больнице, готовая выплеснуть все слезы из своих туч на это здание. «Как ты, Юнги?» «Нормально». Отрезает, резко выпрямляется, упираясь глазами в проезжающую мимо карету скорой помощи. Не хочет казаться слабым. «Хорошо. Чимин согласен. Чимин готов подхватить Юнги в любой момент, если понадобится». «Юнги. Юнги». Блондин поворачивает голову и сталкивается взглядом с Чимином. Второй смотрит пристально, показывая, что готов помочь всем, чем может. Готов стоять рядом или бежать, и падать, если понадобится. Поднимает уголки губ вверх и протягивает слегка дрожащую руку.
сжимает челюсти и опускает взгляд на ладонь, что мерзнет под порывами осеннего ветра, что готова принять на себя часть боли, тоски и страха. Неуверенно тянется рукой навстречу и замирает в паре сантиметров, сжимая-разжимая тонкие длинные пальцы. Берет инициативу и кладет свою в ладонь Юнги. Чиминова покороче и потолще. Немного обидно. Фыркает, когда разница оказывается почти в одну фалангу. Рассматривает внимательно чужую кисть. Проходится пальцами по подбитым костяшкам и тихонько ругается, понимая, что ранки свежие. Судя по виду, удары были обо что-то твердое, вроде стены. Неодобрительно косится на Юнги, а тот лишь взгляд отводит и пытается руку вывернуть, чтобы скрыть от глаз побои. Чимин не позволяет. Пальцы переплетает и губам их подносит, даря невесомые поцелуи каждой ранке. На истеричный вопрос «сдурел, что ли?» отвечает, что «так быстрее заживет», мама говорила. «Придурок!» Блондин язвит и закатывает глаза, убирая сцепленные руки себе в подмышки. Тыльной стороной ладони чувствует бьющееся сердце Юнги. Ритмичное, монотонное, спокойное. Чувствует тепло его тела, мягкость ткани затасканной рубашки. Когда концерт. Легко пинает внешнюю сторону подошвы кроссовка Юнги и фыркает носом, поглаживая своим большим пальцем чужие. В ответ бьет коленом по колену и выдает. Через 4 дня. Вы готовы? Осталось перевести и отрепетировать одну песню. Давай переведу. Я же тебе должен еще, помнишь? Уверен? Более чем. Достает из нагрудного кармана тот самый листок и неуверенно протягивает его Чимину. Тот расцепляет хватку, а руке моментально становится холодно и одиноко. Берет листок и бегает глазами по строчкам с корявым почерком. Щурится, пытаясь разобраться по сотни раз обведенные слова. Хмурится, вникая в смысл песни. Поглощает каждую букву, смакует в своей голове и на языке проговаривая их вслух. «Это просто песня. Не воспринимай ее всерьез, я просто...» «Она клевая». Отрывается от чтения и смотрит на блондина. Изучает его взволнованное и удивленное лицо и улыбается, продолжая. «Пропитана грустью, твоими эмоциями, тобой. Она крутая, мне нравится. Вы победите, я уверен». «Только если ты с переводом не налажаешь». «Эй, обалдел?» Пихает блондина в плечо и ловит его легкую ответную улыбку. Тянет руку снова и сжимает-разжимает пальцы. Бьет легонько по тыльной стороне ладошки Юнги, что тянет в ответ, уже уверенно приговаривая. «Ручку мне дай, чем я писать, по-твоему, должен?» Юнги фыркает и достает следом пожеванный стержень. Плечами пожимает на неодобрительный взгляд Чимина. Тот глаза закатывает, отпихивает недоручку и пристраивает помятый листок на своем колене, доставая телефон. «Все сделаю по высшему разряду. Можешь не волноваться. Не зря столько наград по литературе получил». Открывает заметки и начинает лепетать себе под нос слова песни на родном языке, тут же подстраивая их на английский манер. Блондин ближе пододвигается, заглядывая в телефон, куда начинает вводить текст Чимин, и вытягивает шею, скользя взглядом по появляющимся словам. «Не подсматривай». Лицо Юнги от экрана отпихивает и продолжает бубнить себе под нос, не обращая внимания на неодобрительное шипение. Небо над головой окрасилось фиолетовой, предвещая скорую грозу. Тишина вокруг. И только завывающий в редеющих макушках деревьев ветер нарушает спокойствие. На экране загорается текст со входящим сообщением от матери. «На Чимине, ты скоро придешь?» Отвечает «да». «Через полчаса буду». И косится на Юнги, что уже успел облюбовать Чиминово плечо своим подбородком. «Я сфотографирую текст
Переведу и скину тебе сегодня, хорошо? У мамы выходной, и обещал провести вечер с ней. Видит понимающий кивок и отвечает улыбкой на улыбку. Поднимается медленно, движется к выходу с парковки, прижимаясь плечом к плечу. Останавливаются у ворот, вздрагивают от первого раската и смеются, поглядывая друг на друга. «Провожать не буду». В ответ закатывает глаза и забирает свой бомбер. «Я и не просил вообще-то. Завтра будете репетировать?» Забирает протянутую Чемином бумажку собственной писанины и кивает. «Да, всего 4 дня осталось, а вторая песня на нуле. Точно успеешь за сегодня?» Выглядывает из-под челки и чешет затылок под кепкой в надежде на положительный ответ. «Сказал же, что да. Я свое слово держу. Не волнуйся на этот счет. Пришлю все вечером». «Ладно, ну иди. Тебя заждалась мама». «Ты тоже иди. Передавай всем привет». «Ладно, ладно». Не двигаются, переминаясь с ноги на ногу и скользя друг под другу взглядами. «Ну, я пошел. Пока, Юнги». Оттопыривает ладошку и делает шаг назад, сжимая губы в тонкую полоску. «Пока, Чимин». Слегка машет в ответ и ежится от порыва ветра, шагая спиной вперед. Удаляются друг от друга, не отрывая глаз. Цепляются взглядами за силуэты, кривя губы в ухмылках, и путаются в собственных ногах. Увеличивают расстояние, но оба безумно хотят его сократить. Понимают, что и не место, и не время, пятятся назад, наблюдая, как фигуры становятся все меньше, как лица приобретают нечитаемые выражения. Уходят друг от друга, понимая, что теперь стали только ближе. Часть 13. Пора бросать, хотя вообще не стоило и начинать. Не кашляет, легкие не рвутся наружу. Понимает, что это уже тревожный звоночек. Но сигареты теперь и вправду успокаивают. Подставляет лицо под порыв ветра, что шастает по крышам, словно он здесь хозяин. Так по сути дела и есть. Он гулял здесь задолго до того, как построили этот дом. Квартал, район, да и город в целом. Только он может ходить, бродить, где и когда вздумается. Хлестать по щекам проходимцев, что курят на крыше втихаря от матери. Хоть те и знают, что, узнав, она расстроится. Пустой белый пакет скачет по тротуару и запинается о каждый выступ. Хватается, пытаясь остановиться, но проказник ветер уносит далеко, без его на то воли. Ветер самостоятельный, независимый. Появляется и исчезает, когда захочет. Чимин знает человека с похожими повадками, независимостью, холодом. Мин Юнги, как осенний ветер, что сначала ласкает тебя теплыми мазками воздуха по щекам, треплет волосы, щекочет, пробираясь под одежду и оставляет россыпь мурашек по всему телу. А потом ни с того ни с сего начинает набирать обороты. Толкает тебя из стороны в сторону. Бьет по лицу сильными потоками, заполняет холодом легкие и нещадно пробирается уже не просто под рубашку, а пронизывает до самых костей, покрывает инеем или моросью все внутренности. Мин Юнги, как осенний ветер, появляется когда и каким хочет. Непредсказуем, нежен, обманчив, непостоянен. Его можно понять, но не хочется. Хочется, чтобы он поутих, но кто же способен остановить ветер? Половину сигареты выкуривает сам, а вторую оставляет на произвол судьбы. Воздух бьет по огоньку, стремительно сокращая расстояние до фильтра. Ветер уносит сигаретный дым в никуда, и в это в никуда смотрит Чимин. Следит, зарисовывая в памяти обратный путь, которого на самом-то деле и нет. Парень знает, что уже заблудился, когда пошел следом за ветром, и не то, чтобы он сопротивлялся. Оказывается, бежать в никуда за чем-то невидимым глазу так занятно,
опасно и интересно. Снова пропал с радаров. После отправленного тем же вечером Чимином текста прислал смайлик и больше на сообщение не отвечал. Вот так просто. Прогноз погоды подскажет о том, где сейчас бушует ветер. Но не Юнги. Обидно. Надо бы в метеорологии завести такую штуку. Было бы неплохо знать, когда блондин спокоен, а когда способен склонить деревья к земле. Тэхён теперь не отлипает от Хоупа, а Чимин вообще-то соскучился. Немного совсем, что в животе чуть покалывает от обиды. Одиночество в последнее время сильно давит, а матери всего не расскажешь. Понять-то, может, и поймет. Да вот стыдно немного. Хотя она и так уже догадалась обо всем. Причем уже давно. Сначала хотела оставить Чунгука, когда парни перешли в первый класс старшей школы. Там их дружба особенно обострилась, и мать, видя переживания сына, норовила поселить Чунгука у них. Вторым был Тэхён. Но тут она сразу промахнулась. Или она просто хотела оставить парнишку себе, ну, в качестве цветочка, коим можно любоваться и который создает атмосферу уюта в доме. А потом случился Мин Юнги. Его-то мать до сих пор хочет оставить себе. Спрашивает, как бы невзначай, как там у Чимина дела с этим блондином. А тот все отмахивается и переводит тему. Мать не настаивает и согласно кивает. Ждет, когда сын расскажет все сам. А Чимин бы и рад поделиться всем, но нагружать проблемами и без того загруженную мать ему не хочется. Так и живет, переваривая все в себе. Небо противно серого цвета и, кажется, вот-вот вновь разрыдается. Чимину надоела эта погода. И почему только осенью природа дарит столько дождя земле? Словно копит влагу три сезона и затем топит города, портя настроение людей еще больше. Размазывает пепел по влажному кирпичу, оставляя черные следы, и дорожку перетертого недогоревшего табака. Фильтр рвет на маленькие кусочки и крошит старую жестянку, которая совсем недавно валялась под ногами. Выступление Юнги уже завтра. А Чимин не знает, можно ли ему вообще туда прийти. И не то, чтобы он ждет какое-то особое приглашение, просто банальный СМС. «Приходи туда-то, во столько-то». Или «не явишься, прихлопну». Вызвали бы в Чимине столько эмоций, что он пошел бы собираться уже сейчас и ночевал бы под дверями клуба, чтобы первым пройти и занять лучшее место. Но телефон предательски молчит. И ежеминутные взгляды на экран ситуацию не спасают. Да, блондин же просто занят. 4 дня всего, чтобы отрепетировать новую песню. Чимин любит находить оправдание поступкам других людей. Чунгуку находил долго, и вот что из этого получилось. Не хочет, чтобы все так было с Юнги, но и быть навязчивым обузой Чимину тоже не улыбается. Глубоко вздыхает и понимает, что ветер прекратился. Совсем. Деревья резко замерли, а пакет, что недавно пинался о бешеные порывы, забился в углу. Ветер стих слишком резко. Еще минуту назад он порывался оторвать здание от земли и поднять его над городом. А сейчас звенящая тишина давит с такой силой, что уши в трубочку свернуться готовы. Вздрагивает, когда трель телефона оповещает о входящем звонке. Внутри все переворачивается сначала от испуга, а потом от неизвестности. Номер Чимину незнаком, и брать трубку, если честно, не хочется совсем. Но что-то внутри говорит. Нет, кричит о том, что звонок важен, что звонок может быть от него. «Алло, это я». Голос Чимин узнает не сразу, а когда до него доходит, становится как-то дурно. «Хасок, откуда у тебя?» «Чимин». «Да говорить не дают».
Произносит имя с такой грустью и усталостью, что парень просто сильнее обхватывает пальцами и без того шаткие перила, пытаясь найти в них опору. Слушает тяжелое дыхание на том конце и проглатывает ком в горле. «Что?» Выговорить простое слово удается с трудом. Понимание просачивается через стену недоверия с какой-то неимоверной скоростью, что Чимин попросту не успевает его остановить. Очередной тяжелый вздох и плохо скрываемый всхлип окончательно ставят точки над «и». И Чимин закусывает губы, опуская голову. «Когда?» «Полчаса назад. Я сейчас в больнице вместе с госпожой Миной и бабушкой. Я буду с ними, а ты, пожалуйста, найди Юнги. Он с ним. Я доверяю его тебе. Найди его, прошу». И отключается так же резко. Стоит, не шевелясь, и всматривается в асфальт на тротуаре. Рука все еще держит у уха, так и не удосужившись опустить телефон. Какие тут могут быть репетиции? Кажется, что эти дни он даже не притронулся ни к гитаре, ни к листам бумаги. Не посмотрел в сторону студии или всего того, что как-то связано с музыкой. Цепляется за слова Хасока. Надо искать. Найти его. Неважно, где, главное найти. Схватить и не отпускать. Воображать, что сейчас чувствует Юнги, бесполезно. Чимин все равно не поймет до конца. Ветра нет совсем. И Чимина как прошибает. Он срывается с места, роняя жестянку на шершавую крышу. Чуть не наворачивается с лестницы, когда пытается открыть свое окно. Шмыгает носом и моргает часто, смахивая ресницами подступающие слезы. «Ну, давай же!» Кричит и дергает раму. Та со скрипом нехотя поддается, и парень вваливается в комнату. Радуется, что матери нет в квартире, что она на третьей смене подряд. Чимин сейчас этому очень рад, потому что объяснить внезапно нахлынувшую черной волной истерику не хочется совсем, просто не может. Несется в коридор, застегивая тонкую куртку на ходу и пихая ватные ноги в кроссовки. Те плохо поддаются и капризничают, не желают надеваться. «Ну, давай же!» Вновь кричит и промакивает шершавым щеки. Неважно, куда идти, бежать, ползти. Он пойдет, побежит, поползет. Он обыщет весь город, но найдет его. Не даст упасть, уйти, убежать, сникнуть, прекратиться, как ветру, ни за что. Хватает ключи из миски и дергает цепочку. Но она ополчилась против парня. Заедает, скрипит, не желая выпадать из паза. Срывает ее безжалостно, сам не понимая, откуда столько силы? Или просто та уже доживала последние мгновения, кто знает? Распахивает дверь и вываливается из квартиры, теребя в дрожащих руках связку. Застывает на месте, так и не удосужившись закрыть дверь. Замирает силой, сжимая ключи. Смотрит на развязанные шнурки не своих кроссовок. Видит щиколотки в измазанных джинсах, переводит взгляд на содранные в кровь костяшки, что лежат на коленях. Видит макушку в красной кепке и поникшие плечи. Смотрит на Юнги, что сидит у стены напротив двери квартиры Чимина. И пытается понять, не глюк ли это. Первая мысль – запустить связку ключей прямо в предполагаемый глюк. Вторая – подойти. Делает то, что умнее. А Юнги... Он шевелится и просто смотрит, как некогда широкие плечи вздрагивают, а из-под кепки появляется бледное лицо. Бледнее, чем обычно. Это лицо смотрит отрешенно куда-то сквозь Чимина и медленно моргает. Истерзанные руки опускаются по швам. Ладони ложатся на пол, а ноги вытягиваются почти на всю ширину коридора. «Привет!» Отрезает и улыбается измученно. От этой улыбки Чимину хочется вздернуться на месте. Делает неуверенный шаг навстречу и приседает напротив, выставляя руку. Ему хочется всего Юнги собрать и уложить себе на ладонь, а потом прижать к груди, чтобы тот чувствовал все тепло, что только есть у Чимина.
Смотрит на протянутую руку и прикрывает глаза, вставая самостоятельно. Поднимается следом и проходит в квартиру за Юнги. Рефлекторно зайдя в кухню, щелкает чайник и садится напротив Юнги, что пристроился на уже облюбованном им некогда месте. Молчат, слушая размеренное шипение закипающей воды. Тюмин смотрит на Юнги, а тот на переплетенные окровавленные пальцы рук. Ставит чашку с теплым чаем перед блондином и пододвигает ему печенье в сопровождении все того же старого доброго молчания. Наблюдает, как Юнги берет бисквит, вертит его в руке и опускает в чай. Держит там, пока сладость не пропитывается настолько, что огромным куском не опадет на дно чашки. Топит печенье, топит себя. Опускает голову и силой сжимает кулаки. Остатки бисквита рассыпались, растеклись по столу, а остатки сознания давно где-то растворились. Может, осели на дно вместе с печеньем, кто знает. Боязливо тянет через стол и накрывает ладонью кулак блондина. Тот перехватывает, переплетая пальцы крепко, а второй рукой стягивает кепку и силой швыряет ее куда-то в угол кухни. Тянет на себя неуверенно. В молчаливой мольбе просит опору, потому что стул, кажется, уже не выдержит. Поднимается неуклюже, руки не выпуская. Встает вплотную, прямо напротив Юнги и прижимает светлую голову к своей груди. Кладет щеку на макушку и дрожит вместе с блондином. Гладит по широкой спине, пытаясь успокоить. Не против, когда бока силой сжимают, терпит. Подавляет свои собственные и душой впитывает чужие слезы. Сердцем втягивает в себя крики, срывающиеся с искусанных губ. Давит на светлый затылок, притягивая еще ближе, хоть больше некуда. Тюмин понимает, почему он не остался с матерью и бабушкой в больнице. Не готов делиться с ними своей болью. Жалеет их, принимая решение сбежать и перебеситься самостоятельно. Самостоятельно приходит к Чимину, не понимая, как вообще оказался у его двери квартиры. Не понимает, почему сейчас сидит здесь, хотя должен быть с ней. Увидеть в последний раз и попрощаться уже наконец. В ушах все еще гудит корабельным гудком этот монотонный протяжный писк, оповещающий об остановке сердца. Юнги стоял, ожидал, когда на приборе эта полоса скакнет вверх, как за ней метнется другая, чуть пусть и короче. Ну, прямая линия все продолжала и продолжала выть. Кажется, на всю больницу. И скользить по экрану непрерывной прямой. Трусливо сбежал, а не подошел к матери. Не обнял и бабушку, что так же неустанно следила за экраном. Ринулся прочь из палаты, из больницы. Бежал долго, пока не наткнулся на стену, и не успокоился, пока не разукрасил ее своей кровью. Как пришел к Чимину, да и зачем, понимает и не понимает одновременно. Думать и мириться с происходящим не хочется, не может. Сидят на полу возле холодильника, за окном барабанит дождь, подгоняемый легким ветерком, что бушевал некоторое время назад. «Тебе нужно к ним, Юнги». Поворачивает голову и смотрит на белесую макушку, что пристроилась на его плече. Мнет чужие длинные пальцы в своих, ковыряя запекшуюся кровь возле ранок. Больше чувствует, чем слышит тяжелый вздох и легкий кивок. «Иди, помой руки, не пугай мать еще больше. Я пока тебе такси вызову». «Идем со мной», — шепчет в ответ и чуть голову поднимает, поглядывая покрасневшими глазами на Чимина. Голос сел от продолжительных надрывных криков. «Не думаю, что я без тебя, боюсь, не справлюсь». «Хорошо», — перебивает резко и поджимает губы. «Иди умойся, я вызову нам такси». А на фото улыбка соль. Два ряда белых, чуть кривоватых зубов с одним отсутствующим клыком.
черные, как смоль, волосы развивает ветер. Рукой она прижимает любимую красную кепку. Глаза две щелочки, полумесяцы, как у Юнги. Смотришь на ее фото и слышишь смех. Отворачиваешься хоть на секунду. Слышишь шкребанье металлических палочек по тарелкам с поминальной едой. Сразу же отворачиваешься от людей в монохромной одежде, что переговариваются тихо меж собой и причитают о несчастной судьбе малышки. Смотришь на счастливое детское лицо в оправе из живых белых цветов. Если бы не черные ленты, то если бы только не они. За толстым стеклом рядом с урной, где выгравировано имя Минсоль, лежит большой водяной пистолет. Что Хасок очень не любил, потому что мелкая постоянно при любом удобном случае норовила окропить его не только водой, но еще и колой, и соком, а однажды и духами, потому что ей как-то раз показалось, что хоуп недостаточно вкусно пахнет. Попала в тот раз соль вдвойне. От матери, потому что духи — это святое, и от Хасока, потому что он не любит слишком сладкий парфюм. Красная кепка надета на урну, а по козырьку расклеены все конфетные друзья, что навсегда останутся с ней. Они с Уён нашли эти конфеты случайно, когда решили накупить разных сладостей на честно заработанные карманные деньги. Соль тогда мыла посуду, не зная, что за ней перемывает Юнги. Она старалась и протирала пыль на шкафу, сидя на плечах опять того же Юнги. Довольная своей работой, рассказывала Суён, что ее хвалили и дали даже больше, чем обещали. Первая увидела ту, что с Каалой, на упаковке, и сразу же окрестила ее Намджуном. Плюсом ко всему оказалось, что и конфеты, оказывается, вкусные. Наклейки так хорошо переводятся на кожу и так плохо отмываются. Мама сильно ругалась, когда терла мыльной мочалкой раскрасневшиеся руки и ноги, а бывало и шею, потому что соль насмотрелась на Хоупа и решила забить себе горло. «Хартлисгинка!» — кричала она, когда впервые разукрасила себе шею альпаками и розовым кроликом. Юнги с Тэхёном тогда переглянулись и посмеялись, поправляя, что правильнее будет «трэш-полька». А потом дружно добавили, что ей идет. Теперь вся соль за этим толстым стеклом, а все воспоминания о ней в мыслях и сердцах чуть ли не всего района. Недолгое время спустя. Никто вам не скажет, сколько нужно и можно страдать и тосковать по тому, кто уже никогда не вернется. Для кого-то и всей жизни будет мало, чтобы пережить эту боль, как, например, для родителя. Да, мать Мин Юнги улыбается, желая сыну доброго утра и кивая на рисоварку, откуда клубился тонкой струйкой пар. Но сама все еще по инерции берет дополнительную тарелку для дочери. Не специально, по привычке. Юнги улыбается в ответ и накладывает себе добрую порцию, потому что есть хочется адово. Бабушка встала раньше петухов, но уже скоро вновь ляжет спать, потому что делать все равно больше нечего. Спорит с внуком о том, что пора бы и за ум ему взяться, да девушку себе найти. А Юнги все отмахивается и говорит, что скоро у него их будет толпа. Вот тогда пусть она ему сама и выбирает невесту. Мать протирает тарелку и хитро ухмыляется, глядя на сына. Он делает вид, что не замечает ничего. Уплетает рис двойной скоростью, чтобы поскорее смыться в тату-салон к Сакджинхёну, ведь там скоро соберется вся компания. Хватает рюкзак, где покоится только тетрадь, исписанная вдоль и поперек нелепыми, гениальными, неуклюжими и великолепными строчками, из которых совсем скоро сложится не менее крутой текст. На носу конкурс с возможностью подписания контракта, и на этот раз ему удастся не только выступить, но и победить. Юнги уверен. Да, на тот конкурс они не попали, но вины в этом ничьей, конечно, нет. Чмокает бабулю в макушку и говорит, что она пахнет пирогами,
шутит в ответ, что в те, что печет, добавляет частичку себя. Юнги оценивает черный юмор бабушки и понимает, в кого такой пошел. Целует мать в щеку и просит не переутруждаться, потому что скоро блондин возьмет все на себя, и ей вообще не придется больше работать. Та бьет его полотенцем по ноге и смеется, говоря, что хочет себе личное авто с водителем. Юнги обещает самолет в придачу и выбегает из квартиры, придерживая кепку на лету. «Тэхён, опаздываем!» Чимин кричит и подпрыгивает на месте, мотаясь на пороге от косяка к косяку. «Мы никуда не опаздываем. Успокойся ты. Не мельчиши, я кроссовки ищу». «Да иди надень. Пошли уже, пока я не передумал». «Будто Шуга даст тебе передумать. Ты ему вообще-то проспорил». «И не проспорил. Я сам захотел». «Тэхён, ну это больно?» Тот чешет бровь и пожимает плечами. «Без понятия. Никогда об этом не задумывался. Ты у Юнги спроси, он-то в этом ас». «Ага. И дать ему еще один повод для шуток надо мной?» «Нетушки, спасибо». Тэхён смеется, глядя на обеспокоенное лицо друга, и встает, произнося заветное. «Все, идем делать тебе тату». Ёрзает на стуле и морщит нос от парящего в воздухе облака никотина. Чимин вроде как бросил пару месяцев назад, потому что на очередной пробежке стало как-то тяжко. Смотрит, как Сагджин роется в ящике и что-то оттуда вытаскивает. «О, иглы стерильные!» Понимает, что вопрос тупее некуда. Но страшно же. Обстановка вокруг, если честно, доверия не внушает. Да и сам Сагджин тоже. Бровь приподнят, шапка вязаная на бекрень с булавками по всему периметру. Меж пухлых губ зажата зажженная сигарета. А татуировка слезы на левой скуле вообще из колеи выбивает. Чимину вроде и пора бы смириться, что теперь его окружают разрисованные люди. Да только вот получается не очень хорошо. «Я похож на человека, который может позволить себе новые иглы для каждого нового чувака, что пришел набить себе сердечко на жопе? А как же старый добрый столбняк? А как же спит? Это же так круто! Это так привлекает клиентов!» «Хён, прекращай его пугать! Он и так уже бледнее некуда!» «Тимин, он так шутит! Не обращай внимания! Ты привыкнешь!» «Ладушки!» Мямлит и смотрит на Тэхёна, что ринулся вступиться за него. «Может, Тимин уйти? Пожалуйста!» «Сердечко на жопе!» И Юнги, что сидит за соседним столом, услышав это, интересуется у Чимина и многозначительно так бровь поднимает, отчего Чимин начинает нервно играть желваками. «Да какое в жопу сердечко? Нет, вот это хочу!» Одаряет блондина гневным взглядом и пихает под нос Сагджина телефон с изображением. Тут даже сигарету изо рта роняет и матерится, стряхивая пепел с джинсов. «Может, лучше сердечко?» «Нет». «А почему это?» Чимин косится на телефон, что держит в руке Сагджин, с интересом разглядывая картинку. Оборачивается на Тэхёна, что спорит с Хасоком насчет какого-то фильма, и тихо радуется, что эти двое наконец-таки во всем окончательно разобрались. Чимин смотрит на Намджуна, что смиренно сидит в углу салона и читает книгу, изредка косясь на друзей и попивая кофе из большой кружки. Чимин смотрит на Юнги, изучает ее крепкие руки, что лежат на столешнице, изучает тонкие длинные пальцы, которые вертят ручку и вот-вот напишут что-то гениальное. Чимин невольно улыбается, глядя, как губы блондина приоткрываются, тараторя понятные пока только ему слова. Проспорил ли Чимин, хочет ли сам, неважно. Он сейчас сидит здесь, с людьми, которых по праву может называть своими друзьями. И он счастлив. Не отрываясь от рассматривания блондина в красной кепке, говорит: «Это была моя первая тату, и к тому же...» Улыбается, когда Юнги отрывает глаза от тетради, видимо, почувствовав на себе чужой взгляд, и смотрит смущенно на Чимина, поднимая уголки губ вверх в ответ. Эта улыбка давно засела в голове,
и, кажется, никогда ее образ не сотрется из памяти. Заканчивает фразу, а по телу миллион мурашек разбегается от уверенности в собственных сказанных словах. И к тому же я люблю печенье. Like them, this is just the way that I am. Hey.